4 происшествия за полгода. Статистику несчастных случаев на Приволжской железной дороге пополняет электротравматизм. Представители РЖД в очередной раз предупреждают о соблюдении правил безопасности. Слово Александру Лысухину. В мае этого года здесь, на станции Сазанка, один из местных рыбаков, ожидая электричку, задел несложенным удилищем контактный провод и получил сильнейший удар током. Через 10 дней точно такой же случай произошел здесь же с другим рыбаком. Легкомысленность и забывчивость обернулись тяжелейшей травмой. И это несмотря на то, что руководство железной дороги специально для любителей рыбной ловли, которые в азарте забывают обо всем на свете, вывесила на станции плакаты предупреждения. А по громкой связи перед прибытием и после отправления электрички постоянно передается напоминание. Внимание, пассажиры! Будьте внимательны! Касание контактного провода удочкой смертельно опасно. Напряжение в контактной сети 27 тысяч вольт. Сейчас, когда в самом разгаре сезон рыбалки и летнего отдыха, множество взрослых и детей добираются до воды, зеленых зон и дач именно на электричках. Поэтому представители РЖД не устают напоминать и предупреждать, что железная дорога не место для развлечений. Более чем убедительная статистика. С начала года на территории железной дороги пострадали 29 жителей области. 17 из них погибли. Причина – беспечность граждан и нарушение элементарных правил безопасности. Саратовцы переходят пути в неустановленных местах, часто в состоянии алкогольного опьянения или в наушниках, из-за которых не слышат даже сигнала локомотива. Дети же почему-то считают железную дорогу самой подходящей площадкой для игр. Большая просьба к родителям, у которых детишки сейчас на каникулах. Они как беспризорные дети сейчас, родители на работе, детишки бегают туда-сюда, проводить беседу, рассказывать детям, что на дорогах, на дороге, на железной дороге опасно. Ведь железная дорога предпринимает все меры, чтобы люди не ходили по путям. Делают ограждения, строим мосты, Трофимовский, Саратов-3 построили, люди, чтобы переходили через дорожные пути безопасно. В школах проводятся, значит, беседы. Руководство Приволжской дороги продолжает реализацию специально разработанного плана мероприятий по снижению несчастных случаев, не связанных с производством. Сюда входит все. От выпуска наглядной агитации и памяток до сооружения ограждений и мостовых переходов. Только в этом году на данные цели выделяется более 216 миллионов рублей. Но все эти меры могут быть эффективными, если и сами жители будут соблюдать правила безопасности. Причем взрослые должны быть детям и подросткам хорошим примером. Александр Лысухин, Александр Шевченко, Павел Крикливец, Вести, Саратов.